Приветствую всех, уважаемые зрители и подписчики моего канала. И сегодня я для вас хочу приготовить очень вкусную приправу из хрена на зиму в домашних условиях. Делается все легко и просто. Итак, смотрим. Здесь у меня ровно 500 грамм хрена. Как видите, я уже его выкопал, почистил, помыл, очистил, все сделал. И теперь нам осталось его приготовить. Для того, чтобы измельчить хрен, я буду использовать мясорубку с мелкой решеткой. Обязательно одеваем пакет, сверху одеваю я резинку. Это делается для того, чтобы ваши глазки не плакали, так как хрен очень ядреный. И теперь я буду перекручивать прямо в этот пакет. Перекрученный хрен я сложил в банку. Банку я помыл с хозяйственным мылом. Ее простерилизовал и крышку. И здесь у меня в банке 800 мл кипяченой теплой воды. Добавил я сюда соль 30 грамм, сахар 60 грамм. И добавляю я сюда десертную ложку 70% уксуса, ровно 10 грамм. И теперь я все это хорошенько тщательно перемешаю, чтобы соль и сахар полностью растворились. И сейчас вы видите на картинке сам рецепт, откуда я его и взял. Но я сделал немножко по-своему ингредиенты и упростил рецепт. И теперь, когда у меня соль и сахар разошлись, я начинаю заполнять банку этим рассолом. Обязательно я делаю чуть побольше, потому что уходит всегда по-разному. Как видели по рецепту, уходит у нас на полкило 400 мл, но обычно уходит бывает 450-500, поэтому я всегда делаю с запасом. И теперь я вот так вот протыкаю ложкой, чтобы воздух у нас полностью вышел из хрена. И опять доливаю рассолом до самого верха. Потом накрою крышкой, как всегда, закатаю, и заготовка из хрена на зиму у нас готова. Такая вкусная ядреная закуска из корня хрена всегда вас выручит зимой. Поверьте мне на слово, получается очень вкусно. Когда откроете, можно смешать или со сметаной, или с майонезом, и потом сделать намазку на хлеб. Готовится, как видели, все легко и просто, и эту заготовку я убираю в погреб. Готовьте на здоровье, приятного всем аппетита, всем пока-пока!